За последние 5 лет вопросы организации питания волнуют родителей все больше и больше. Об этом свидетельствует результат проведенного мониторинга в регионах России Министерством просвещения. Вопросы организации приема пищи обсуждаются на первой всероссийской конференции по совершенствованию питания в образовательных учреждениях. Форум проходит на базе Ульяновского государственного педагогического университета. На площадке собралось более 200 представителей 40 регионов страны. Участвуют в работе конференции также федеральные эксперты. У нас до проведения совещания проходил конкурс всероссийский по выявлению лучших практик. И Ульяновск у нас занял первое место в номинации именно муниципальная организация питания в образовательных организациях. И региональный опыт, который был представлен на площадке, был высоко оценен конкурсе и жюри. Поэтому нам интересно было приехать именно к вам сюда, посмотреть, изучить тот опыт, который здесь уже существует. Представителям регионов была представлена эта возможность. До начала конференции прошла экскурсия по образовательным учреждениям области. Вопросы организации инфраструктуры, горячее питание, льготы, взаимодействие с родителями – это основной перечень проблем, обсуждающихся на конференции. Необходимо создавать комплексную систему питания как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это основная мысль, которая присутствует в докладах участников форума. Эксперт отмечает, что комплексный подход уже осуществляется в Ульяновской области. В Ульяновской области получилось выстроить такую систему многоступенчатую, начиная от образовательной организации вместе с детьми, педагогами, родителями и завершая всеми видами контроля за качеством продуктов, поступающих на пищеблоки образовательных организаций. Конференция рассчитана на 2 дня. Сегодня пройдет пленарное заседание, на котором выступит губернатор Сергей Морозов. Ожидается, что глава региона озвучит ряд инициатив. Они позволят существенно улучшить организацию питания в школах и детских садах. Егор Истов, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.